побережку покрутую, цветет желтая лоза, цветет желтая лоза. Ой, цветет желтая лоза, голубые у Маши глаза. Че, сдурел, что ли, а? А нехрен уезжать. Договорились вместе. Значит, вместе. Помочь надо. Если этот не согласится, я ждать не буду. Мне настройку надо. Ну да, да, да. Конечно. Все путем, святой отец. Вот и славно. Сильно нас выручаете. Храни вас Господь. А то собор строим, к празднику успеть надо. И я не святой отец, я диакон. А у тебя документы хоть какие-нибудь там есть? У меня бланки чистые, с печатью, как полагается. Слышь, на него оформляй. А мы пока разгрузимся. Давай, цепляй! На черта мне этот пол. Мы так не договаривались. Тебя никто не спрашивает, согласен ты или не согласен. Ты делай свое дело. Еще слово вякнешь, я тебе язык вырву. Правильно, Романыч? Правильно. Гнилые, что ли? Почему? Колокол людям нужнее. Богоугодное дело. А можно я возьму? Бери, конечно. Поднимай! Поднимай потихоньку! Давай, давай! Язык там? Хорошо! Не забудьте потом перенести! Тихонько! Давайте, принимайте там осторожно! Аккуратно только! Нет, стой, давай, нет, помогу. Не мешайте! Да я же смогу! Не надо, я говорю, не мешайте, вы сами разберетесь. Ну ладно. Все нормально? Ага. Спасибо. Спасибо. Я докладные выписал, а документы у вас в машине я положил на сиденье. Ну и чего? Вас Тихоном зовут? Ага. Редкое имя. Да. А меня Георгий. Жора, значит? Георгий. Ну что, все путем, святой отец. Спасибо. Как говорится, ни пуха, ни пера. Помоги вам, Господи. К черту, батюшка. Ту-ту-ту.
А берег наш высокий. Ну, тропинки, конечно, протоптали, но скользко. В декабре повар наш Матвеевна подскользнулся, так кубарем до самого Дона. Ногу сломал. Ну, отец Николай сгоношил мужиков, чтобы лестницу построить. Знаешь, с перилами, со ступеньками. А материала нету. Все деньги на колокол ушли. Ну, сколотили с того, с чего было. Так красиво получилось. Там прям теперь спуститься можно к самой купели. Ну, прорубь у нас. Вот сейчас праздник будет, крещение. Народ будет тьма. Очередь даже до самого храма. Дом светить будем. Потом искупаемся, как положено. А вы, Тихон, крещеный? Я плавать не умею. Плавают в море. Когда отпуск или там бассейн, если спорт. Это же не водные процедуры. Тут смысл. Жора, Жора! Жора, колокол украли! Жора! Я вот из города огурцы привезла. Обалдеть, поморозила, наверное. Чем пирожки? Под... С картошкой. Есть рис с яйцом. Все горячее. Давайте по два каждого. Сигарет возьмите. Ты что, сдурела? Священнику сигарет предлагать. Шоферу отдам. А молочка нету? Сегодня не взяла. Я вам сейчас принесу. Да не работает. Кот уже как. А откуда можно позвонить-то по межгороду, а? Девка, по межгороду откуда можно позвонить? Из дома. О чем? По 5, по 10. О, вот спасибо вам. Вот спасибо. Да ну что вы, ну возьмите деньги. Возьмите. Мама у меня болеет. Как про вас узнала, говорит, денег не бери, а попроси на крещение нас поминать. Вот возьмите, здесь все наши. Вот молодец. Ты вот что, батюшка, помяни мои. Бабы, есть чем писать. А у нас церковь только строится. Может, вы помолитесь? Вы поставьте свечку за упокой души Елизаветы, бабушки моей. А нужно писать за болящего? Помолитесь за брошенного юбилея. Ой, у меня сестра рожать собирается. Закажите Марину. Тут я все написала. До свидания. Приезжайте. Грех-то. А я забыл про тебя. А?
Ну, надо же! Главное, думаю, кто там кричит? Разозлил ты меня, Жора. Ох, разозлил. Ну, разозлил. Мы колокол везем, а ты по рынку шляешься, коледуешь. Много насобирал-то? Не все деньгами меряется. Да? Это для вас, халявщиков, не все. А я с 15 лет вкалываю, и мне что-то бесплатных пирожков не перепадало. Пирожки-то, кстати, вкусные. Угу. А не любишь правду слушать, Жора? Не любишь? Твоя правда. Злоба твоя. Не любовь твоя. Вот и все. Я в туалет хочу. Ну, могу остановить. Я так не могу. На! Потерплю. Ну, и чё копаешься-то? Сейчас. Добрый день. Готов? Да. Вот так. Ну, я понял, спасибо. Как служится? Нормально. А кухня где? Да, нам суп поедет. Ага. Подожди. Давай, открывай. Чего? Вот это опиум для народа. Поосторожней будьте. Ценный груз везете. Умнейший пес. Академик. На нем, можно сказать, весь блокпост держится. А? Хороший. А под колоколом что? Оружие?
оружие, наркотики. Ну что вы, кто ж посмеет? Че там подкол? Святой дух. Ну ладно. Все, спасибо. Не сомневайтесь, теперь довезем. Все, в целости и сохранности. И что делать? Да хрен его знает. Вот. Жора! Да у нас и тут добра. Звались ваше происходительство. Жора! Преподобие. Что не изъять одни цитрусовые. Контрабанда? Жора! А это чтоб собаке нюх отбить. Она на взрывчатку и наркотики натаскана. Вот и прячет в апельсинах. Да. Куда его черти? Отец Георгий! О, Жора! А ты здесь? А я, дурак, бегаю, кричу, ищу тебя. Поехали, дорогой мой, поехали. Чего ты там высматриваешь? А? Казалось. Крестись, когда кажется. Жора. Ночуем на стоянке. Здорово. Здорово. Привез? А ты купил? Да. Чего у тебя там? Вечерний звон. Ну давай, приезжай. Вечерком загляну. Ты чай, кофе будешь? Тогда сходи за водой, вон чайничек. Можно вас на минуточку?
Нам нужно переговорить. Пойдемте. А о чем? Я ничего не знаю. Эй, эй! Че это тут, а? А тебе что надо? Эй, мужики! Мужики! Эй, что у вас там? Все нормально, мужики! Мы с батюшкой давно знакомы, не так ли? Все нормально. Чего не хотели? Не знаю. Чайку нальете, а? Пойдемте. Тихон, вот человек чайку хотел, а я в поселок схожу. У меня там друг живет, мы виделись давно. Навестить хочу, а то когда еще? Чего у тебя сломалось? Куда его понесло? Скаженного. Сереж, я закрылся нормально. Ну что, заявление писать будешь, да? Вот бланк, авторучка, начальнику ОВД от такого-то, такого-то, заявление. А дальше по образцу. Понятно? Алексей, пойду я покурю. Здорово. Как дела, Васильевич? Все нормально? Давай этого ко мне. Здорово. О, а вас я попрошу остаться. Эх, да ладно, ничего. Сейчас разберемся. Сейчас вроде бы. Ту-ту-ту. Нормальный заказчик попался. Поп, кстати, мог бы тебя и с собой взять. Сейчас, наверное, водку пьет. Не знаю, но уж о духовном разговаривает. Я полгода копаю. Мы этот груз 3 дня ведем, а тут... Я же говорю, помогите колокол перегрузить и делайте то, что должны. И что? Мне заказчики нужны, чтобы всех вместе взять. У нас нет другого выхода. Вы должны поехать с нами. Не поеду. Паша! Да. До рассвета ждать не можем. Начинаем. Есть. А с Тихоном что будет? Тихон Ефимович Громов. 63-го года рождения. Разведен, имеет дочь 10 лет. Проживает по адресу. КамАЗ, госномер Анна 362. Сядет в тюрьму лет на 7, если его в ростовских степях свои подельники не зароют. А если он покается? А зачем мне его покаяние? Мне нужно, чтобы он груз доставил. Тогда что? Тогда ему содействие следствию. Глядишь, срок короче, а может и вообще условно. Рамиль Ахатович, ну… Иди, иди. Ясно, все понял. Я поеду. Нет. Вы правы. Нельзя мне вас в это дело втягивать. Убьют вас. А я потом что делать буду? Если вы его сейчас возьмете, 7 лет. А если груз дойдет условно? Да. Дочка как? Растет. На Новый год прислала письмо. Подросла на 4 сантиметра. Mm-hmm. Просила у Дедушки Мороза, чтобы он ей подарил Барби. Ну, кукла такая. А он ей подарил ботинки.
Видать, у Дедушки Мороза тоже с денежками плоховато. Вот вам рация. Вот эту кнопку нужно нажимать каждый раз после сеанса связи. Это маяк. По его сигналу мы будем следить за вами. Спрячьте ее. И вообще, будьте с ней поаккуратней. Удачи. С Богом. Здорово, святой отец. Не смерз? Ты как здесь оказался? Друг у меня здесь живет. То есть знакомый. Ну, приятель. Не виделись 100 лет. Давай, садись в машину. Отогреешься. Залезай. Не шуметь! Че, там стрелял кто? Да не. Петарды пускали. Ты будь осторожней. Вон, кстати, папа твоего привезли. Где? Ну ладно, я пошел. Жора! Как погостевал? Чем угощали? Чаю бы. Чаю? Так он возьми керосинок в кабине, разогрей. Садись. Ты знаешь, куда он ходил? А я что, ему пастух? Сказал, что знакомый у него здесь. Знакомый. Сука, я тебе говорю, в ментовку стучать бегал. Слышь, Рамоныч, короче, до веселого не больше 100 осталось. Дать ему мутировку по башке и в лесополосу кинуть. Пускай довесный потерпит, а? Значит так, господа брателлы. Я на такие дела не нанимался. Слышь, кто тебя нанимает? Ты крути баранку, дыши спокойно. Хватит базлать. Витюш, принеси что-нибудь пожрать. Ага. Ты чё, оглох, что ли? Жрать неси! Бензина подлей. Слушай, у тебя там пирожков не осталось? Осталось. Можно я ребятам парочку отнесу? Можно. Бензину много надо? Да. Я родом же из этих мест. Я тут все на ощупь знаю. Тут старая дорога в степи есть. Может, по ней рванем? Ночью, спокойно. А? Старая дорога – это выход. Давай хоть так подстрахуемся. Он же на КамАЗе. Везде проползет. А мы застрянем. Как? Да нам-то нахера туда лезть? Мы по шоссе проедем, будем ждать веселым. Че? Ну? Че, мобила, что ли? Блин, меня не фурычит, дай. Да давай! Ни хрена. Такая штука баксов стоит. Я в Москве у ментов видел. Мне друг дал однополчанин. Он начальником охраны в банке работает. Ой, ё!
Да отойдите, батюшка, а? Ну отойдите, говорят. Давай, туши, туши, туши! Вот здесь туши. Я не хотел. Иди в машину! Я не специально. Здесь. Давай, давай. Во. Тихо ты, не брызгай. Да я не брызгаю, ты сам смотри, что. Давай, 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 туши. Чего там у него загорелось? Да чайку захотел, дурень без руки, у него керосинка ладно, загорелась. Ладно, значит, давай. Действительно, дуй по степи, так? Ну? Вот только весело не заезжай. Ага. Жди нас на трассе, понял? Да. Ну, давай живо. Уехала твоя рация. Так кому ты служишь, Жора? Богу? Или ментам? М? Я тебе вот что скажу, Жора. Мне по барабану, кто ты там на самом деле. Довезу я тебя и твой колокол живым. Сиди тихо. Ты даже не подозреваешь, во что ты вляпался. Не дай бог ты чего, не дай бог. Не помогут тебе никакие менты, никто не поможет. Эй, на команде! Остановите! Сунешься, башку оторву. Мечетку собрался? Ага, мечетку. А чего? Смотри, брат, мне сейчас штормовое предупреждение передавали. Буран будет. О, опять передай. Сейчас. При обнаружении грузового автомобиля КамАЗ, государственный номер Анна 362-362, немедленно доложить в услужной штаб. При досмотре машины соблюдать осторожность. Не надо! Не надо! Я тебя по-человечески прошу, тебя не надо! Брось! Да. Я же по-человечески просил, но не надо. Thank you.
ты на ночь молишься? А? Ну вот, молись, молись. Сейчас самое время. Я сказал, руки за голову, сволота! Развязывай. Ну что ты смотришь-то, командир, а? Давай! Ну давай, развязывай нас, командир. Что, не видишь, что ли? Свои мы! Напали на нас эти особо опасные. Давай уже. Я на это пошел только, чтобы тебе помочь. Мне майор обещал, если мы заказчиков им сдадим, тебе условно дадут. Не верю, врет он. А я в епархии ходатайство тебе выбью, вот! Какое ходатайство? Ты что думаешь, что заказчики в тюрьму пойдут? Откупятся они. А меня потом из-под земли достанут. А, твои же менты меня издадут. Я в монастыре тебя спрячу! Я в монастыре тебя спрячу! Вот все, хватит! Ты простых вещей не понимаешь. Дело не в том, сядешь ты в тюрьму или нет. Человек, он ведь везде человеком оставаться может. Ты не понимаешь, какой грех на душу берешь. Сколько людей через тебя может... Ты мне вот как осточертел! Я тебя выкину своим барахлом в ближайшей деревне! И катись ты! Колокол довези.
Пойду погляжу. Где-то здесь рядом дорога должна быть. На Егорьевские хутора. Эти там, на КамАЗе, стоят. Я видел. Пошли, Романыч. Сюда. Ну, а ты военный, посиди пока здесь. Если что, сигнали. Отец? А Тихон-то где? Что происходит? Он его по голове. Тот открыл дверь и поздоровался, а этот его по голове. Надо в больницу его. Вон, огни. К врачу. К врачу надо его. Ребят, давайте туда. Там машина наша стоит. Милиция за ним следит, а он тихо. Держи язык за зубами. Там вон аптечку посмотри, его перевязать надо. А? Пистолет мой где? Уехал твой пистолет. Ну что, кого ждем? Поехали. Стойте! Помогите! Вот ехали домой, занесло. Садись. А вы с Егорьевских хуторов? Да, да. Далеко еще. Давайте, да я покажу, покажу. Садись. Отогревайся. Тоже мне командир нашелся. Но ты понимаешь. Ну что, замерз? Давай. Взяли!
Ну что, давай его на буксир. Кого? Его. Кого? А чем? Так там есть трос. Ваня, милый ты мой. Как же у вас машину-то угнали? С грузом была или пустая? Машина, что ладно, отыщется. Колокол навезли. О. Выбросят они его. О. Зачем же им церковный колокол? Совсем люди рехнулись. Завтра сходим в медпункт. Фельдшер, я думаю, все как надо сделает. Да и друга вашего покажем. Да ладно, спасибо вам. Ну давай, Ванюшка, ложись спать. Поздно уже. Тоже милицейская? Да. Ага. Ешьте, ешьте. Скоро блинчики постреют. Ну, как говорится, по стременной и на боковую. Я на прошлой неделе собирался в храм поехать исповедаться, да причаститься, а тут батюшка сам явился. Ну, за добрую встречу. Курить можно. Я покажу. Прям. Рассказывал на казачьем кругу, все справедливости решали. Закон для всех был. Немцы по колено в снегу тонут, а наши на конях. Как он пришел с фронта, у него медали от груди вот. О, мы казаки вольные люди. Раньше, к примеру, говорили, зона выдачи нет. Мы всех принимали. Это не мы, а Дон. Это значит, что Дон батюшка все прежние грехи с человека смывает. Тут новая жизнь начинается, вольная, настоящая. Дон тебе все просит, но и ты смотри мне, Богу. Живи, чтоб и другим. Вот. Thank you.
Дядя Тихон! Ты чего выбежал раздетый? Вот сейчас мать увидит, а? Да ладно, на вот, бери. Че это? Это мне? Зачем? Бабушка говорит, что тебя без креста ангел не узнает. Ну. А люди вроде говорят, что нельзя чужой крест на себя надевать. Ну, как чужая судьба. Да ладно, у меня судьба счастливая. На вот, надевай. Давай в дом пошли. Дорогу знаешь? Знаю. Приедешь ко мне в гости? Конечно. Ну, давай. А, давай. Пока. Пока. Господа, брателлы, на ваши разборки. Я хочу получить мои деньги и мою машину. Ты хочешь, чтобы я шахом подался? Я не был. И тебе не советую. Заправиться надо. Не дотянем.
Ну что, Витюша, не получается? Сказать ничего. Тише. Пойдем. Чуть не убил. Этого в автозак, а этого ко мне. Меня интересует только один вопрос. Где вас должны были разгружать? Не знаю. Сказали, в Веселом встретят. Ну, а ты что скажешь? Можно поговорить? Паша! Забирай. Болит рука. Можем два слова при тебе? Пистолет мой где? Ты говорил, в КамАЗе. В кабине под водительским сиденьем. Был. Твой дружок сдал всех ваших. Был, дружок, был. А весь вышел. Ты ж сам знаешь, что с суками делают. Да он на тебя все переведет. Менты ему содействие запишут. Он сейчас КамАЗ веселый погонит. Там всех накроют. Вряд ли. Они стрелку еще вчера перенесли. Я ж тебе говорил, жди на трассе.
Так не в веселом? Нет. Рядом с веселым. У моста через Дон. Командир! Командир, я тут вспомнил кое-чего! Ну, да. Побегу я. Тут пистолет-то я нашел. Да. А машину надо забрать. Да. Счастливо. Ну, вот и я двинусь от греха подальше. До свидания, отец Георгий. Спасибо вам за помощь, за приют. Главное... Извините, если что не так. Главное, колокол целым нашли. Да. Ну, бывайте. Ну, как он? Плохо дело. Наверное, в больницу надо. Больница подождет. У него сейчас вопрос жизни и смерти решается. Ну, ты как? Доедешь? Да. А у меня есть выбор? Ну, давай, пока. Что, святой отец, передумал на поруки брать? Я не святой отец, я дьякон. Вот вы заказчиков возьмете, а они откупятся. И Тихона потом из-под земли достанут. Телевизор смотрите. Я следак. Мое дело их взять. А в тюрьму их прокуратура сажать будет. А я за нее не в ответе. А за кого вы в ответе? За вас, например. А Тихон как же? А Тихон сам свою судьбу выбрал, когда груз взял. Значит, лучше бы ему дальше не ехать. Может, и лучше. Да здесь трактор нужен. Срезать хотел. Ну,
Прошел. Да, святой отец, спасибо. А теперь выходите из машины. Я с Тихоном поеду. Вон у него с руками что? Как он рулить будет? Не устраивайте мне цирк. Поедемте. Я за колокола отвечаю. Если меня не будут, они сразу неладное почувствуют. Черт с вами. Идите. Но запомните, отец Георгий, оставайтесь в машине. Будем брать сразу на пол. Обещаете? Угу. Ждем вас у моста. Все, пока. С Богом. Тут так все непросто. Потанцовывается. Кепку один. Все нормально, ребята. Давайте к мосту. Только поэнергичнее давайте. Паша, в темпе, в темпе. Ты налево, налево давай здесь. Здесь налево. Аккуратно. Все как договаривались. Рассчитаться бы. Ну, рассчитай. Да. Ну? Денежки? Нет. Денежки, говоришь. Иди в машину, прошу тебя. Где милиция? Иди в машину!
Постойте. Постойте, а как же... Шут. Постойте, я объясню вам. Вы не понимаете, постойте. Там! Не надо! Не трогайте его! Его, мужики! Мужики, ну не надо! Не трогайте его! Мужики! Паша, спустишься к берегу. Живо давай! Лодки ищи! Ура! Есть!
колокол на самом деле чудом спасли. Вот так вот. Вот так выходит, батюшка Дон меня крестил. А крестил, да не отпустил. Ага. Вот так вот. Ну, а дьякон-то где? А где ему быть? В монастыре. Я вообще его давно не видел, если честно. Грехи наши замаливает. Значит, были грехи-то? Ну, как тебе сказать? Ну, у них там особый счет, ты же знаешь. Тихон, Тихон! Чего? Мамка велела тебе домой бежать, деду опять в поликлинику надо. Сейчас иду. Все, давай, будь здоров. Бывай здоров, да. Спасибо. Погодь, а деньги-то чё? А чё деньги? А, те деньги фальшивыми оказались. Давай, пошли. Ой, по бережку, по круту цветет желтая лоза, цветет желтая лоза. Ой, цветет желтая лоза, голубые у Маши глаза, глазки белые, голубые, на свет белый не глядят, на свет белый не глядят, ой, на свет белый глядят же, про любовь все.